Трибулус – натуральная добавка для повышения тестостерона. Переходите под видео и заказывайте с 37% скидкой на сайте MyProtein. Средства растительного происхождения, получаемые из надземной якорцев стелющейся, содержат преимущественно стероидные сапонины фуростанолового типа, оказывают общетонизирующие действия и стимулируют некоторые функции половой системы. У мужчин восстанавливает и улучшает либидо, удлиняет время эрекции, стимулирует сперматогенез, увеличивая количество сперматозоидов и их подвижность. Препараты на основе трибулуса используются спортсменами и бодибилдерами как стимуляторы набора массы, ибо тестостерон оказывает положительный эффект на рост мышечной ткани. Как работает трибулус? Якорцы стелющиеся содержат стероидные сапонины, гликозиды, отвечающие за физические и силовые показатели, степень полового возбуждения. Главную роль здесь играет протодиасцин. Он способствует усилению синтеза тестостерона. Протодиасцин, попадая в организм, трансформируется в другой гормон, который, в свою очередь, является предшественником собственного тестостерона. Суточная норма приема трибулуса от 500 до 1500 мг, что соответствует 3 стандартным капсулам по 500 мг. Число капсул зависит от концентрации активных веществ. При максимальном значении 90% сапонинов пьют обычно от 2 до 3 капсул. Если концентрация составляет 45-50%, число приемов доходит от 4 до 6 капсул. На дозировку влияет весовая категория спортсмена. При весе до 80 кг женщины или мужчины 2 капсулы. При весе свыше 80 кг 3 капсулы. Всем спортсменам, независимо от пола и возраста, знакомство с препаратом следует начинать с одной капсулы. При отсутствии побочных эффектов переходить в стандартные дозировки. Преимущество трибулус от MyProtein: в каждой капсуле содержится 300 мг трибулуса и 95% сапонина – идеальный состав для повышения суточного потребления и поддержки спортивных стремлений. Кроме того, удобная форма приема в виде капсулы позволяет легко принимать эту пищевую добавку на ходу, каким бы загруженным ни был ваш график. А еще он прекрасно подходит тем, кто сидит на растительной диете. Режим приема трибулуса, как и большинство пищевых добавок, лучше пить через полчаса после еды, после завтрака и перед сном. Третий прием – перед тренировкой за полчаса. Длительность приема не больше 6 недель, после чего следует перерыв. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!